Да, у нас сегодня с вами новая партия девочек на обзоры. Две педали получается, точнее как там что-то вроде как мини-стек от Лени. И, соответственно, педалька для акустических гитар. Плюс у нас с вами три гитары. Давайте их распакуем и посмотрим, что там лежит. В этот раз мы решили сделать партию поменьше, потому что у меня гитары занимают весь вокальный бокс, и мне приходится их постоянно туда-сюда таскать из-за того, что их много, чтобы вокальный бокс освободить, когда я записываюсь. А это, как вы понимаете, не очень хорошо, именно с точки зрения того, что ты коробки постоянно туда-сюда гоняешь. Поэтому решили партию немножко сократить, чтобы это много места не занимало. И сегодня в конце видоса я вам еще покажу, что у нас там происходит на втором этаже, потому что там прям сейчас происходит прям уже очень круто. Это семиструнный Эмаш. Вот так вот он выглядит. Такой. Массивная довольно гитарка такая. Как оказалось, на это кресло очень удобно класть кофр, потому что ручки поддерживают его. Это, короче, Viper Baritone 27 дюймов. Вот такая вот гитарка. Мне всегда было интересно попробовать именно баритон, потому что строй низкий, а струны тонкие. Это Horizon. Вот такая вот, короче, гитарка. Ну и так как мне интересно попробовать именно баритон, то есть гитару с удлиненным, можно сказать, грифом, это 27 дюймов Viper, мы его сейчас с вами послушаем. Я его чисто настроил, потому что вот строй, это ля, это первая струна ля. То есть... Вот это, конечно, звучит странно. Ощущается необычно и звучит странно. Но при этом низа, как будто эти вот прям... При условии того, что гитара настроена стандарт всего на полтона ниже, чем у меня гитара, то есть, ну как на полтона именно стандарте, потому что у меня строй от до ля диеза получается, а здесь от ля до ля, но это странно, конечно, вот именно странно, баритональное вот это вот ощущение, оно все-таки отличается. Давайте послушаем какой-нибудь клин быстренько, просто интересно даже. Я бы сказал, что сама гитара мрачная звучит. Прям очень мрачно. То есть... Даже если мажорная чем-нибудь. Она прям... Мрачно-мрачно. Ну а сейчас у меня довольно важный разговор с Финляндией. Что будет происходить, я вам расскажу немножко позже. Я уже подготовился. Сейчас мы будем созваниваться в WhatsApp, кое-что решать. Ну и в общем, мы с ним поговорили. Будем мутить, буду держать в курсе, как что происходит, потому что сейчас надо порешать какие-то вопросы. Если все будет нормально, то ближе где-то, наверное, к началу следующего года все будет готово. А сейчас пойдемте, я вам покажу, что там происходит. Так, ну и начинается все у нас вот с этой вот комнаты. Здесь пока вот стена не сделана. Это вот здесь вот будет уже, ну, где вот эта вот вся вата лежит, будет... Ирин кабинет. Так, выходим в коридор. Поярче сделаю сразу. Вот это вот у нас получается выход на первый этаж. Там еще ничего нет, но мы лестницу совсем скоро поставим. Прям четенько. Вот это можно отодвинуть. И когда мы заходим на второй этаж, мы оказываемся вот здесь вот, вот так вот. Так, смотрим, значит. Здесь вот вход в спальню. Первая дверь. Здесь кладовка. Но это скорее гардероб, наверное.
именно мой гардероб. Тут еще стена будет заделана, потому что это изолироваться с другой стороны будет. Это вот там вот кладовка будет, но здесь двери не будет как раз. Вот она вот так вот здесь расположено все. Ну тут достаточно места будет мне как раз всякие гитары, которые на обзоры приезжают, складывать, чтобы не болтались. Вот у нас здесь, ну тут плохо видно, это Ирин гардероб. Ну довольно такой приличный тоже, прям отличное место там получается. Дальше получается тут спальня. Дальше у нас здесь стена будет, она будет закрыта. Вон там получается кладовка. Дальше идем, выходим в коридор. То есть мы поставим, грубо говоря, дверь сюда. Здесь такую складную дверь, такую гх сюда. И здесь такую же вот сюда вот, чтобы было удобно. Ну и, соответственно, в саму спальню будет еще одна дверь, потому что так удобней. И с точки зрения звукоизоляции это логичнее, потому что вот этот вот холл, который здесь получается, мы его сделаем, конечно, потолок с пикселями, скорее всего. Я просто не люблю, когда лишние отражения в помещениях, потому что они, ну, лучше не делают. Вот, и надо, чтобы холл был тихий. Соответственно, если здесь получается такой закуток, он будет просто как барабан постоянно звонить. Так, здесь у нас получается вход Кри в кабинет. Дальше вторая ванна. То есть мы заходим. И вот она такая прям здоровенная. Вот. Вот такая вот ванна. И вот там вот будет кладовка, которая большая как раз. Поэтому вот здесь вот мы получаем еще одно помещение небольшое в виде туалета. То есть вот туалет будет. И здесь как раз я сделаю дверь в кладовку туда, потому что там реально, ну, очень много места. Плохо видно, конечно, но места много. Дальше идем. Вот здесь вот будет комната шкета. Вот прям как надо. Я не знаю, может, он себе потом сделает какой-нибудь дополнительный экзит-выход вот здесь вот, чисто по приколу. Либо он там вот, чтобы свой отдельный вход был в комнату на второй этаж. Почему, собственно, и нет? Ну, то есть такая, ну, приличная комната. Получается, сейчас я в угол зайду. Вот она вот такая вот. Прям нормас. Идем дальше. Ну, соответственно, в Ирин кабинет я зайти сейчас не смогу. Он запакован пока. Ну, он прям приличных таких размеров получается, поэтому все должно быть четко. Ну, вот такой вот, короче, апдейтик получился. Сегодня просто какой-то разносторонний день. Я просто забыл про две коробочки, которые вы видели в начале, и я не показал вообще, что же это такое. Это процессор-педалька для акустических гитар от Tech21. Вот такой вот процессор для акустических гитар. Причем он такой форм-фактор чуть побольше, чем то, что мы с вами уже видели в других видосах, когда делали обзоры. Должно быть интересно, мне кажется. Это SunSamp Fly Rig Acoustic. Интересненько. Я не знаю, это акустическая эмуляция или просто для акустических инструментов. Мы это все с вами сможем потестить, просто подключив к ней, например, акустическую гитару, либо, например, бузуки. Нам никто не запрещает этого сделать. Далее, это то, что может быть не менее интересно, это мини-стэк от Lenny. Это реально стэк. Это просто тупо мини-стэк. Я бы себе на стол чисто два таких поставил вместо мониторов, если бы они звучали как мониторы. Это, конечно, вообще огонь. За это тоже ребятам из espguitars.ru спасибо, компания Avalon, за то, что прислали попробовать вот этот вот девайс. Я не думаю, конечно, что я буду пользоваться такой штукой и выступать с ней, хотя, внимание, в ней 4 динамика. Это может быть интересно. Ну, давайте посмотрим, на что он способен. Мне кажется, это очень может быть прикольная штука при условии того, что мы можем ее запитать. Во-первых, она сейчас работает от батарейки. Во-вторых, мы можем ее зацепить, например, с грелочкой, которая тоже будет работать от батарейки и будет стоять у нас вот здесь наверху, и брать это с собой куда-нибудь в поездку.
Сел такой где-нибудь на краю мира, на скале перед океаном. И такой прям...